И всем привет, ребятки! Вы на канале kokovimovie.rf. С вами Яша, и сегодня у нас будет открытие нового бравлера. Да, ребята, я накопил на него открытие большого сундука и открытие большого сундука за 500 звездных очков. Ролик получится, мне кажется, обалденным. Давайте начнем с ящиков. Первый ящик. Поставили лайк, подписались на канал, нажали на колокольчик. Тогда начинаем, и выпадает 3. Раз, два, три. Ничего не светится, значит, ничего не выпадает. Следующий ящик за 500 звездных очков. Ребят, поддержите лайком, подпиской, колокольчиком, пожалуйста. Я правда хочу нового бравлера. 3. Так, и опять ничего. Ладно, ребята, давайте заберем с вами нового бравлера Бо. Награда на пути к славе. Боец 7 из 10. О, где? А, вот он. Вот он, Бо, наш красавец. 3029 кубков. Да, я немножко еще поднял, чтобы получить обычные жетончики. Давайте его испытаем в дружеской игре. Эй, заходись. Денежное столкновение. Да, оставляем эту карту. Боец, я знаю, какой он, потому что у меня на первом аккаунте все награды на пути к славе. Стреляет он вот такими вот стрелами. Его супер — это 3 мины, которые взрываются при попадании врагов на них. Также у меня тут есть пассивки и гаджет. Так, ага. Так, ты думаешь со мной затимиться, да? У тебя не получится. Иди сюда. Все. Смотрите, он укатился. Даже боты немножко поумнее. А я думал, боты вообще какие-то тупые. Вон, смотрите, один. Даже баночки не подбирает. А хотя баночки надо подбирать. Смотрите. Вот я вижу мины. Враг не видит мои мины. Видите, на них напоролся кто-то. И все. И он уже не в состоянии от них уйти. Но если только это не какая-то там Макс или еще кто-то. Так. О, ребята, это провал. Ну что ж, ребята, испытали мы нового бравлера. Предлагаю вам также еще кое-что вам показать. Показать его в игре столкновение и Brawl Ball. И горячая зона. И, в принципе, видосик можно заканчивать. Так, одиночное столкновение. Мы знаем, каждый сам за себя. И начнем. Так, у нас тут... О, Дэрил. Привет, Дэрил. А я Бо. У нас сейчас начальные кубки, ребят. Поэтому, если мы проиграем, мы все равно ничего не сольем. Кстати, а вы знали, что попадаются начальные также бравлеры у других игроков? То есть, если я играю за нового бравлера, то это значит, что и у меня игроки попадаются в команде за новых бравлеров. Давайте потом проверим этот факт. Хоть, конечно, я могу быть и не прав, но кто ж знает. Тут Дэрил... Не-не-не-не, отстань. Прикол, привет, прикол. Ты не прикольный, поэтому иди. 4 бравлера осталось. Кто же это будет? Это у нас Нита. Кто там еще? Это Динамайкс, который подписал себя Леоном, но это не Леон. Так, давайте теперь кинем на эту ниточку мины. И прикиньте, ее правда можно... Видите? Это правда можно разминировать. Так. Блин, медведя пустила. Уже плохо. Вот почему у меня мины не могут это... к примеру, ориентироваться сами, куда надо лететь. На врага, к примеру. Вот это реально. О, так у нас тут Карл. О, смотрите, что я сейчас сделаю. Хоп! Хотела банки подобрать, а не получилось, ребята. Вот такой вот Бо. Хе-хе-хе. Второй ранг наш. Ух, так, да, жетончик забираем. И идем в Brawl Ball, потом в горячую зону. И видосик будет заканчиваться. Так, загружайся. А, вот. Так, 1001 тут какой-то у нас. Ага, 1000. У тебя не 1000 кубков случайно? Хотя, какие ты... Ребят, это реально победа. Не победа, но я забил гол.
Прикиньте, он промахнулся. Он бы мог бы меня убить, если бы он не промахнулся. Ладно. Блин, мне кажется, меня сейчас остановят. Хотя, все, это... ГГ для красной команды, ребят. Мы смогли победить их, это жесть. Ну, не жесть вообще. Ну, ладно. Итак, последняя горячая зона. И, в принципе, на этом можем заканчивать. Ребят, я еще сегодня хочу сделать ванлевел, может быть, и историю про Джеки. Потому что вы, мне кажется, давно ждете историю про Джеки. Опача, Нани. Привет, Нани. Так, давайте. Мы первые, кстати, захватили и карты, кстати, без, не с двумя зонами. Вот как помните, ребята, были карты с двумя зонами, а теперь с одной. Кстати, я знаю, с тремя еще зонами, по-моему, добавили новые карты. Я даже не знаю. О, смотрите, я чисто тупо поставил сюда мины. Да, и на них никто не попался. Так. Давай, Фанни. Фанни, это смешно, поэтому смешно, Нани. Иди на атаку. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Давно мы, по-моему, играли в горячую зону или недавно? Я не... Они разминировали все мои мины! Ах вы ж! Ладно, поставим новые, ребята. Я думаю, это не такая уж и большая проблема. В принципе, я могу их атаковать, потому что, мне кажется, моя команда и так справится. Давайте вот такой смайлик пошлем. Так. Ну все, ребят. Мы захватили горячую зону. Да, все, ребят. Вот такой вот получился видосик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал KukoiMovie.rf и нажимать на колокольчик. Ну а всем пока. Пока.